Что бы в этой жизни вы ни делали, вы подыхаете, вы все подыхаете. Холошки Амигос, приветствую всех любителей Dark Souls 2 и всех тех, кто смотрит его через силу. Как видите, эта бабенка все-таки одела мой дар, у нее увеличились сиськи, но она как-то умудрилась надеть их, не оголяя обе руки. Под тряпку она умудрилась нацепить какие-то черные стрингачи, но я туда уже заглядывал, и варежки у нее вот такие рукавицы ежовые. И в этой шляпе она, я думаю, выполняет здесь функцию отпугивания птиц, которых в этой игре, кстати, и нету. Какая тень зато от нее тут стоит, правдоподобная. Только почему-то она стоит намного дальше, чем я, и почему-то она не вытянутая. Ну, не знаю почему. В общем, осталось в Дарке-то поиграть тут всего ничего. 4 босса осталось убить. 5 человек, они же 4 босса. Включая Алдию, этого DLC-шного. Так, это должен был завести, что называется, сюда шматья. 10 тысяч душ стоит доспех демона из плавильни. Ну, по статам довольно удачный, в принципе, доспех. По стата плюс вес, так-то зеркальное говно, вот это получше. Странно, что не вижу я шлема Вельстата здесь. Вот непонятно, наверное, его бабка продает. Забытый грешниц эти лохмотья. Ну, в общем, понятно, когда броня весит 18,3, это значит, что мне ее не носить тут нихера. Наверное, поэтому они... Хотя они намного тяжелее. Наверное, поэтому они не старались нарисовать крутую броню. Тяжелую, потому что никто ее... не станет носить, блин, в этой игре, убивая нахрен свой кувырок этой бессмысленным весом. Блять, а где же я брал броню Вельстата все-таки, а? Агдейна. А! Хо! У меня с Агдейна, значит, только юбка выпала, а все остальное бабка скрысила, да, пришла? Выхватила, блин. А, ну не знаю, кому нужен нож, мать ее, Агдейна. Поношенная, снятая с трупа. Чё-то как-то, по-моему, стремновато. Параметры говно. Да господи, не сюда мне надо, вот сюда. Канава, в канава нежити, вход в склеп нежити. По-моему, мне нужна канава, я что-то уже нахрен все повылетало. А я просто предвкушаю бой с Вендриком, честно говоря. Я уже говорил, что проблемосы с ним были в прошлый раз. С его старой жопой. Очень мерзкий босс. Пошла в жопу, бля, ссаное привидение. Какой мудофил наставил здесь вот это говно повсюду, а? Так, а у меня кувырок сломался, кстати. Сломался, подождите. Надо убрать. Опять не повезло бедному арбалету. Так, урочек с нами. А мне интересно, с нами ли драконий всадник, потому что если он там стоит, пробежать будет не так сложно. Пробежать будет сложнее, чем на финале Кубка Америки по американскому футболу, где встречаются вашингтонские краснокожие с бостонскими черномазами. И вот форвард идет, проходит одного, второго, третьего. Кувырок сзади летит маки, опущенная защитником. Тейкдаун. Мазафака. Или как там у них мерится? Да, а что вам сюда пройти? Совесть не по... Подожди-ка, вы раньше не могли сюда пройти. Идите отсюда. Грустная музычка здесь играет, напоминает о том, видимо, что это... Этот дед, потомок Гвина, наверное. Да, можно войти в его тень, поговорить с его душой. Давайте сходим, посмотрим, какой он был при жизни. Сравним с тем, что от него осталось сейчас. Кстати, я всегда, когда ходил в эту гробницу, я боялся, что он на меня нападет и изнасилует. Не знаю, мне как-то не по себе, когда он ходит здесь. Вот он какой был, да? Ну, посмотрите на его лицо. Ну, типичный король Буби, блядь. Или кого там? Король Черви, вот.
Я Венгрик, король Дранглика. И умолк нахрен, да? Надо опять с ним заговорить. Вот как меня это убивало в этом Dark Souls еще в самой первой части. Я, ну, впервые пришел в эту игру, подошел, на один раз диалог прошел, я дальше пошел, все. Оказывается, надо заново и заново, вновь и вновь нажимать диалог, диалог, говорить, говорить, блядь. И когда ты заебешь этого своего персонажа, тогда, может быть, что-то произойдет. По сюжету, может быть, очень даже важное. Тебе дадут какой-то предмет, что-то подскажут. Моя мечта сбудется. Когда моя мечта сбудется? Когда мне дадут Гелендваген? Батюшки, в воспоминаниях стоял Вильстад только что. Но там... подождите, там рассеялись воспоминания. Туда нельзя пройти, но там стоял Вильстад. Я его видел. С вот этим колокольчиком, ну да ладно. Кто и уж, что и у кого там что стоял, хрен бы с ним. Сейчас будем испытывать мой кнут на царской жопе. А-та-та! На самом деле, чтобы по-хорошему использовать этот кнут, чтобы вроде как даже с нескольких ударов его убить, надо надеть кольцо, которое как-то... Что он там делает-то? А, увеличивает ваш дама, когда у вас мало жизней. И тогда... И тогда наверняка... Постучится к вам транда. Вот, и тогда уже ваши удары будут совсем летальные. Ну ладно, пора начинать. Ах, по сракушке. Ах, по жопоньке-то, по дряхлой-то, по старой. Ух, богатырской. Кнутай, блядь. Упс. Упс. Видите, да, какие, блядь, дамаги. А, и дверь закрыли. Стрелянта, колотини, даравента, нихуя не видно. Ох, ты встал в позу, получи плеткой дозу. Ах, сильным ударом, что-то всего 500 наношу, обещали 850, по-моему. Да-да-да. Ай, по яичкам, блять, этот кнут не такой длинный, как кажется. Удар кнутой, кнутом в прыжке даже есть, смотрите-ка. Только хуй он что, куда попадает, блядь, этот удар. Ай, по сракотану. Ой, блядь. Ой, хорошо. Ой, прям, прям между булок. Но, сучка, скачи, блин. Сейчас я короля сниму с престола. Ну, на новой игре, видимо, он совсем жалкий старый я опёздал, потому что на новой игре плюс он меня порвал, блядь, как нахуй баян на свадьбе, бля. Просто как Супермен и Карус, ёптать. Напополам просто меня расхерачил. Два раза мечом махнул. И пошел я обратно к костру погреться. Ай, по сракотану. Ай, по сракотану. Что-то мне кажется, что его порезали. Раньше он как-то часто прыгал, прижимая вас к стене, лишая вас возможности маневрировать. Это было чудовищно. Ай, по сракушке. Господи, этот кнут такое дерьмо. Мне кажется, я мечом бы его уже убил. Ну и вот он был оттрахан, собственно. Да, чувачок, ну ты и говно. Теперь ты не только похож на говно, теперь ты говно и есть. Абсолютно беззащитное, тупое. Вообще, да, редкой убогости из него сделали босса. Очень даже жаль, потому что босс был такой... Внушал мне, по крайней мере, страх, боль и трепет. Даже ни одной аптечки не выпил. Я его просто забил, пришел этим кнутом, блядь. Как беглого негра с плантации, ёптель. Стыдоба. Тоже мне король. Завидую этим людям, которые летсплеили эту игру, играя просто на новой игре. Потому что я-то DLC-хи, допустим, на новой игре плюс, по крайней мере, две из них проходил. Это была просто боль в жопе, блядь. Такая... На первой сложности, смотрю, играй не хочу, ничего тебя не убивает. Ну, хотя это, может быть, игру ослабили в некоторых местах. Я базарю, а король раньше был намного активнее, как мне кажется. Он, блядь, бил, бил, махал, прыгал постоянно. Сзади него находиться невозможно было. Не потому, что он пердел, потому что он прыгал и зажимал, просто прижимал к бортику. А тут что-то я перекат, что-то как-то... Ну, хер его знает. Так, что-то в силах. Нахера нужна. О, подвижность соточка. Ну-ка, давайте. Сейчас я покажу, как молодецки можно кувыркаться в тяжелой броне.
Я уже упоминал как-то раз чувака, который там второй раз летсплеит Dark Souls. Вот этот. После того, как он в первый раз его залетсплеил на 110 или 115 или 100... вместе с DLC-шками, возможно, и 120 серий. Каждая серия шла около часа. Я вот один раз серию часовую сделал, да, уже многие удивились, написали, кто-то порадовался, я не понял в итоге, как оно стоило того или нет. Просто, ну, тематическая серия была про воспоминания в гигантах. Я, ну, не нашел такого момента, чтобы прерваться, и это было бы гармонично. Ну, тематика как бы и соблюдается, и ладно. А там люди в два захода посмотрят, в три захода посмотрят, что мне... Мне-то зачем? Ой, блядь, как ты, сука, с фоном-то слился. Вот, а там все серии вот такие, все длиннющие, бля, и я сейчас просто играю, я понять не могу, о чем он там все это время делал. Ну, наверное, он собрал весь лут во всей игре. Странно, что по мне сейчас дамага не втопила. Булава попала, я кувырок сделал, но булава попала по мне сверху, это дамаг. Это не, у воротом не считается, но игра пожалела. Значит, а вообще, зачем я сюда иду? Ой, блядь, боженьки. Батюшки-сратишки, это ж водяной. Я ищу вообще-то здесь, где там это, шмотки короля лежат. Но я что-то не вижу. А что я вижу, так это то, что я, блядь, сдох нахер. Потому что это абсолютно дерьмовая локация, блядь, конченое говно. Кстати, драконий всадник пропал. Заметьте, что драконий всадник был здесь, и был в гробнице. О, перед гробницей, перед Вильстадом. Видимо, что если его убиваешь там, то здесь он тоже пропадает. Странное решение. Ну да ладно. Так, какой у меня щит антимагический? Вот этот, по-моему. Блять, перевес. А мы вот так. А если я еще камешки уберу, не считается? Бля, дерьмо собачье. Ну давайте, ладно, мне какие-нибудь, блин, перчатки дебильные вот эти. Тут все равно магии бьют, броня не поможет. Честно, не хочу тут долго ходить, потому что у меня есть чувство такое, что эта серия может закончиться, в смысле прохождения закончится на этой серии, если просто чуть-чуть поторопиться, поменьше дохнуть, постараться. Какого хуя я сейчас не попал? Ой, блядь. Мелина ползет из МК. Я сдох. Нет, она косая. Блядь, как повезло. Так много за рыцаря дают, офигеть. Да пошел он в жопу, этот рыцарь. Вместе с этими водяными, блядь, и этими, сука, магическими, блядь, тварями, которые повсюду стоят. А что ты думал, я тебя не вспомню? Что ты мне в спину стреляешь, что стоишь? Да, щит, конечно, мой идеально, блядь, нихуя он. Не идеален. Если его ставишь на блок, то да, его резист срабатывает. Если, блядь, не ставишь, ну это же не амулет какой-то, чтобы тебе срабатывать просто от того, что его носишь. А щит-то прямо римский такой. С орлом. Да, блядь, хоть с орлом, с говном, блядь, с чем бы там ни был, пошел он нахер. Ой, чё это чувак убегает? Может там драконий всадник сейчас материализуется? Или, блин, доспехи Минграла почетные, вот броня и вес просто идеальные. Или здесь, может, преследователь появится? Что давненько преследователя не было, мне кажется. Он поначалу так хорошо начал. Босс здесь. Так не босс. Нету босса-то. Непонятно, зачем его убрали. Пусть бы стоял здесь драконий всадник, ну чё. Он тут гармонично смотрелся, он тут вполне вписывался в концепцию, в ситуацию. Блять, а где же ключ-то? Я же из жопы короля что достал-то? Не понял. А, ну да. Не в первый раз в этой локации такой прикол, что здесь нужно быть еще в определенном облике, что вообще доставляет мне, как об этом можно догадаться. Если там дальше в храм русалок этих на двери хотя бы написано, что дальше может пройти только полый, ну, практически там в виде загадки, то здесь вообще никаких подсказок нету. И лично я не привык к таким этим
загоном насчет того, что полый я или, блядь, пустой я, полный нахер. Какая в жопу разница. И вот здесь уже, совсем не на троне, а просто на какой-то, блядь, табуретке лежит душа короля. Потому что вся душа, видимо, была у него в заднице, и вот он тут немножко, видимо, старые ягодицы, доспехи впереди, старые форсунки прохудились, видимо, и душа немножко выпала из задницы, пока он сидел. Какую хуйню я несу? Давай, отворяйся, собака. Все мое. Очень много трогательных версий там пишут в интернете по поводу того, почему доспехи короля лежат не на его теле, хотя вот там же они лежат, кучей просто свалены. Король, да, Дранглика. Ну, сет видим, что он средний скорее, да, чем тяжелый. Но он из средних сетов, он, по-моему, хуже Фраама даже. А вот по ноже короля, блядь, почему-то и тяжелее. А, тяжелее среднего, да. Это сет со средними статами, но при этом таким тяжелым весом, в общем-то. Первая тяжелая весовая категория. Охерительно смотрится, но мне кажется, сет Лавелина смотрится намного прикольней. Знаю, в очередной раз я завожу разговор про Лавелина, а выбить ничего из этого сета не могу. Ну, потому что время я не тратил. Хотя, может быть, если я побегаю и попробую, а потом смонтирую, а что мне мешает? Не, ну сет короля хорош. Хорош. Сет Лавелина можно и в интернете посмотреть, кому надо, чехалы. Осталось-то, в общем-то, убить смотрителя трона, еще кого-то трона, какого-то тролля. Так, где они все? Они все где-то здесь. Я вот, честно говоря, с двумя вот этими боссами никогда один не дрался. Я, по-моему, всегда кого-то призывал помочь, какого-нибудь духа. Ну, потому что этот босс, он еще и лечит, или воскрешает даже своего второго подельника. Он очень хитрожопый. Шлем в эту броню не вписывается. Вот здесь бы шлем Вельстада, но что-то я нихуя не понимаю, где он. Ожил. А этот чё? Друг. Он не друг, он просто пассивен. Кстати, надо было почитать, где же, сука, шлем Вельстада? Неужто его Орнифекс продает? Ну, чё так долго-то? Не видишь, что ли, король идет? У меня все от короля, только почему-то щита короля у меня нет. Может быть, его душа на щите? Его душа на меч обменивается, на двуручный меч или на одноручный меч. Причем одноручный меч, опять, когда я его купил, был, сука, багованный, как жопа полная. Там написали, что урон меча усиливается, если у вас там... Ну, чем больше у вас душ, грубо говоря, с собой, тем больше дамаг у меча. Нихера подобного. Проверял специально на своей версии игры. На прошлой, на лицензионной, блядь. Вот на пиратке может и работать. На лицухе нихрена! Ой, а двуручный меч короля, это, по-моему, вот эта каменная таблица, блядь, с ручкой. Это вообще, блядь. Это двуручный меч, у которого самая ближняя атака в мире, наверное, там просто охереть. Кстати, я хрен нацепил эту броню, если у меня вес был рассчитан на ту броню. Нифига я сколько теперь физики перекачал, оказывается, но... В принципе, можно и потяжелее одеться, но, кстати, нету нормального тяжелого сета с плащом в игре. Все сеты, содержащие плащ, они тут, как правило, средние. Иногда на легкой броне какой-нибудь сзади какая-нибудь хренота болтается, типа тоже плащик. Маленький член, маленький плащик, ну вот. Принцип средней, легкой брони, вернее. А вот здесь, видите, аж по полу тащится королевская мантия, внизу даже потрепанная маленькая. Непонятно, правда, как от такого огромного-огромного короля остались такие маленькие-маленькие доспехи. Вау. Вождь Винграл здесь призывался, я помню, а кто третий? Старый страж Брэдли. Вот этого не было. Бинхарт из Джуна, с которым я даже, блядь, не разговаривал. И Аурус какой-то. Чё у тебя за щит? А, с розочкой? Вау, а чё у тебя за шлем? Нихуя ты, Саруман. Напишите, где он взял такой сет. А, это, наверное, Сера Алона.
комплект. Ну, смотришься это эпично, но слишком похож на меня, поэтому я пойду драться один. Крутые пацаны убивают боссов в жало, даже таких, сука, сложных, как вот эти два ублюдка. Ай. Ай, карамба. Не, я, походу, один-то их хуй убью еще. Ну, деда, ты нарвался. Видели, как я кувыркнулся? Я просто почувствовал затылком, что она уже летит ко мне. Ай, карамбище, бля, фаталити. Сука, как же атаковать-то без получения урона? Я что-то вообще в замешательстве. Вау. Это уже, блядь, даже слишком. Бум, блядь, задел по мордасам мне. Перепало. Что это он делает? А-оу. Плохие новости. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Блять, что исполнил мой персонаж сейчас? Какого хуя он, блядь, отвернулся от него вместо кувырка? Я не знаю, что это было, блядь. Но было это вообще пиздато, блядь. Аплодирую. Что-то мне не поперло все-таки в сете короля. Не очень везучие доспехи. Сразу видно, как их прошлый обладатель помер, так и я сейчас. Походу, эти доспехи херово защищают. Вот, я обычно жалуюсь о том, что к боссам далеко бежать. Здесь я жалуюсь на то, что к боссам бежать, сука, скучно. А, во-первых, надо кольцо поменять, чтобы дверь открылась. Во-вторых, зачем-то, блядь, минут 10 по этому мосту с саном шлепаешь. Неужели нельзя было их прямо за дверью поставить? Как они опытно меня окружили, блядь. Мне просто не хватает на кувырки выносливости, чтобы от них уходить. Есть какое-нибудь кольцо, которое уменьшает стоимость кувырка? А, ну да, они еще зажимают, так волшебно, блядь, просто охуительно. Ну, сейчас-то они отведают моей джедайской ненависти халат Дарт Мола или Дарт Вейдера, пофигу. Мне поможет, и, кстати, тяжелый щит. Кстати, я заметил, что второй подряд кувырок стоит выносливости примерно в 3 раза больше, чем первый кувырок. Косой, косой, мудак. Они решили что-то со мной не драться, когда увидели у меня в руках вот этот щит абсолютной, блядь, стойкости, плюс кольцо нахер гигантов это. Да, и они просто сосут у меня теперь вдвоем. Да-да-да. Отведай. Сука. О, нет! Отступаем, отступаем, блядь. Сука, назвякало мне тут. Защитник. А защитник куда свой щит-то выкинул? У него же был. О-о. Вот это ты зря, защитник. Я ж тебя запомню нахер. Блять, одним ударом, ебать мой хуй, как интересно, блять. Отлично, отлично придумано, блять. На дверь-то я, походу, зря гоню. Наконец-то она действительно сама открывается на второй раз уже. То есть не обязательно это кольцо одевать. Видимо, фейс-контроль меня запомнил и пропускает. Да, да, души, души, надо души забрать по любасу. Кажется, деда первым бить вообще не резон, надо бить тёлку. Обратите внимание, что я уже в легкую броню одет, но дамагу с удара я получать больше не стал. Если, конечно, это не такой хитрый удар, как вот этот. Пошла в жопу, ёб твою мать, задолбали. Баля, задолбали. И этот еще Исаул бежит добавлять. Она тоже чем-то пушку зачарует. Не надо думать, что она так и останется пассивной. Блять. Как охуительно лечиться, когда против вас дерутся двое. Ага. Нихуя себе. Снесла. Дед увидел, что я лечусь, и передумал пушку зачаровывать.
Да. Согласен. Пошел в жопу. Надо что-то про. Надо что-то думать, надо что-то думать. Вот так вот. О, да. Чмырдяи, пошли в жопу. Власть смерти! Ай, на-на-на. Аникей. А, Люк, я твой папка. И теперь без передыху выходит на бой Лошандра. Что очень классно. А после Лошандры также без передыху выйдет еще и Алдия, блядь. А Эстусов-то не восстанавливают. И отстой это полный. Вообще, я думал, кстати, что это Нита. Согласитесь, вот знатоки Dark Souls, что на Нита она похожа больше, чем на Мануса. Ну, по крайней мере, вот чисто нижней частью. Манус-то вообще был какой-то, блядь, хуй знает, что за зверь, блин. Хоть и дух бездны. А Нита был богом смерти, по сути, загробного мира. И она больше на смерть похожа, чем на диковинного... На диковинную мантикору, блядь. И снова начинается грустная-грустная мелодия. А, это что она делает-то, блядь? Там свои проклятущие проклятия тут нахер наплодила. А, без кольца на проклятый укус, честно говоря, тут стремновато немножко мне драться с ней. Хотя столько дамага она принимает в бан, что немножко похуистично. Пиу проклятие мне сходу. На, за проклятие, ёптать, рассеку тебе, пилотник твой. Ой. Хорошо, что она около себя машет своей хуйней. Что двумя руками, что одной рукой. Разницы, сука, в дамаге никакой. Блять, ну как попало-то? Да ёб твою мать, какого хуя ты стоишь, блять, на линии этого ёбаного лазера? Ты тупой, блять, сука, животное ссаное. Хорошо, давай еще раз силушкой померимся. Это я видел. Вернее, это я не видел. Две анимации разных, видимо, появлений у нее. А вот эти ее фонтанчики, кстати, как-то можно убивать, по-моему. Нет, нельзя, но я видел. А, вот он, я его убрал, смотрите-ка. Ха! Вот оно что, Михалыч. Ну, пиздате. Ну, она, собственно, новых может сделать миллион штук вообще в легкую. Хорошо, что она ими не спамит. В принципе, Лошандра в этот раз тёлка, поэтому можно держаться у ее жопы. И просто избивать этого босса, как ссаную, блядь, тайландскую проститутку вместо чаевых. Хотя опасно, блядь. Так, ну вот эти два уберу, наверное. Остальные мне вроде как мешать-то и не будут. Этот лазер вдаль, конечно, херня полная, но уж если под него попадаешь, так попадаешь, блин. Герой начинает отшатываться, второй раз огребать. А между тем, на этот лазер очень четко ее провоцировать можно. Если быть готовым к тому, чтобы вильнуть. Она раньше еще вокруг себя им делала, ну, в принципе, водила из стороны в сторону. Сейчас почему-то этого она не делает. Ослабили, хули. Ну, давай еще раз. Так, тут пол кончается, по-моему, да? Нет, она хочет подраться со мной. Вообще, у нас маски с тобой одинаковые, мы дружить должны. Ой, блядь, вот это дерьмово вообще.
Почему персонаж опять забыл, как бегать? Блять, арбалета нет, сейчас бы ее добил просто издалека. Ну давай, мне уже похер на твои проклятия. Шлеп просто по балде, Розан. Давай, до свидания. Она немножко похожа, знаете, на матку, из которой первые чужие вылупились в первом фильме. Смотрите, 170 тысяч душ, и сейчас придет этот засранский Алдия. То есть трех боссов подряд тут убиваешь, рискуя своим лутом просто. Ну или сейчас можно улететь отсюда и прийти еще раз. А, нет, не работает. Старт не работает, не открыть меню. Никуда ты отсюда не улетишь. Вот, теперь можно было успеть. Я думаю, сейчас просто бой начнется с боссом, и пизда. Вот так вот. Ученый первородного греха. Что это он делает? Я не помню, что это он... Блять, это ж Тополь М, точно я забыл. Долго-долго он кастовал, а теперь он горит. И у него есть член, который, по сути, нихуя не дамажит. Но вообще, как можно было босса пня нарисовать? Это ж просто бога, по-моему. Он очень хорошо дамажится, как мы видим. Сам он дамажит очень херово. Вот сейчас почему бы его не трахнуть, подбежать, сука. А, ну когда он горит, у него защита там практически идеальная. Вот когда он появляется, телепортируется он вообще непонятно зачем. Босс он вообще неподвижный. И вот после вот этого вот говна ему можно нанести немножко урона. Причем, блять, попробуй успей еще сначала. А вот это вот херово, то что он делает. А, нет, это хуйня. Нет, это, блядь, нихуя не хуйня. Это то, что, блядь, рвет жопу. Блядь, говно. На самом деле, здесь проблема в том, что подряд идут три совершенно разных босса, против которых нужны абсолютно разные шмотки одевать, ну, по крайней мере, вот, воину. А, допустим, против первых нужен был только щит, который с нормальной стабильностью. Вторая баба, от нее там кольцо на проклятие желательно. Ну, можно, в принципе, и с теми же шмотками убить. А вот этого чела нужно... он как бы вообще не дамажит, щит вообще не нужен. Он ничем тут не поможет, если это не щит от магии. Желательно, чтобы отражать ее. Но у меня отражающего нет, у меня есть вот такой, который... Ой, а, во. 90 от огня. Вместо кольца вот этой вот баланса тоже одеваем кольцо от огня, потому что я вижу, что он бьет огнем. Все, и теперь босс становится гораздо-гораздо легче, как правило. А он бой начинает сразу и переодеться-то не дает. Так, там мои души лежат, а сейчас будет очень-очень сильная хуйня. Ну его, блядь, в пень нахер. Это самое мощное оружие, что у него есть. Если попало, то ваншотит. Вот это говно он... Блять. Да ну нахуй. Как это он пустил? Он же вокруг себя ее пускал всегда. Не знаю, что это он задумал. Это один из тех боссов, которых или убиваешь в первый раз, или потом их убивать становится крайне трудно. Но у меня в прошлый раз так было. В этот раз, походу, будет так же. А, вот сейчас вокруг себя он, видимо, запустит. Тут надо следить за этими фонтанчиками огня, видимо. 300 урона двуручным, ёб твою мить. Ага, ну что, попробуем на щит принять. А, достаточно просто бегать, даже кувырок не нужен. Вот отстой. Или нужен. Но лучше было без кувырка, хочу заметить. И он успел, сука, и телепортнуться, пока я отбивался от его блядских шариков, и удар нанести. Он сейчас в линию будут корни. За мной, блядь. Хуй вернешься. Отлично. Да.
Да, на бис, еще больше шариков. Это же так прикольно от них бегать здесь. Блять, опять я нахуй что-то. И пока он по мне не попадет, он не перестанет спамить. Блять, ссаный ты, как Шайнцунг, блять, в Mortal Kombat на Сеге. Блять. С этими замахами персонаж успел, блять, сгореть нахер прилично. Но на одного босса эстусов-то мне уж хватит, я думаю. Опять не успел. Еще попыточка. Блять. О, да, 900. Успел ему втащилить и сделать. Что это он делает? Сожгися нахуй, а. Сделай одолжение миру, блять, и вообще всем. Без тебя тут было круче. Вали отсюда. Конечно. Вот это вообще почаще юзай. Кажется, что это самое лучшее оружие в твоем арсенале. Я так понимаю, что удар с поворотом сам по себе вообще слабенький. Он дамага как-то не наносит нихера. Опа, 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 что задумал, а? А вот это классный удар. 900 сразу. Только, блядь, не магию. Только хватит. Нормально же дрались, что ты начинаешь-то? Ай, блядь. Ой, нахуй. Ой, блядь, слуга божья. Страх ты, ёбаный, блядь. Какое дерьмо. Не хочет прям, вот не хочет Dark Souls меня отпускать, блядь. Поэтому этот последний босс резко начал выёбываться, блядь. И быть нахер каким-то, блядь, сука, нереально, блядь, вот. Падлой такой, что чуть-чуть его не дает добить. Вот, блять, вообще чуть-чуть. Что это? Где тут увеличение силы, а? Хуй его знает. Пока в этом, блять, в этом, в этой куче говна, которым засирается инвентарь в этой игре, блять, что-то найдешь. Уже мудя посидеют, наверное, к тому времени. О. Давай что-нибудь делай, все, блять. Или ты, или я, нахуй. Ах ты, уебок. Он это кастует, блядь. А, боже. Нахуй. Надежнее вообще держаться. Когда-нибудь. Ну иди отсюда, а. Сразу к нему, сука, нельзя бежать. Потом поздно. А успеваешь только один раз его ударить этим санным мечом. О! Вот сейчас, наверное, два раза можно успеть, поскольку он очень долго это делает. Да. Вообще-то я успевал и убежать, и кувырок юзнуть, и все равно не дало мне это сделать. Из принципа, наверное, игра решила читануть за два пропущенных. Блять, ну вообще хуйня полная, даже ударить не дали. Почему он не раскрывает свою огненную защиту в момент, когда кастует вот эту парашу? Говню, бля. Ну, еще пару-тройку раз вот таких процедур. А вот он что-то детонирует, начинает что-то умничать, сука. Зачем он разгорелся поярче, а потом телепортировался, и огонь его погас почему-то. Нос чешется, сука, не вовремя, блядь. Нахуй. Буду малейший урон лечить эстусами. Потому что в следующий раз может вообще полечиться не удастся.
Давай еще раз он пошел в жопу. Наконец-то. Аллилуйя. Принимаю поздравления в письменном виде, а также деньгами. В прошлый раз я воспользовался альтернативной концовкой и ушел отсюда, победив Алдию. Теперь я хочу и Алдию победить, и на трон присесть и посмотреть, что будет. Но все мы знаем, что будет очередная пара слов, не связанных смыслом, и титры. Да, то самое чувство, когда ты прошел ДС-ку в первый раз и думаешь, что ты... Ой, как крут! Так, я точно ушел в прошлый раз? По-моему, точно ушел. Зайти на трон, моя жопа будет править. Эй, горбатый, ну-ка дорогу мне к железному трону. Таргариен вернулся, нах. Какие-то странные гиганты в заставке в игре. У них была голова дуплом, а здесь у них головы нету, а дупло прям в груди. Это, видимо, строительные гиганты, не боевые. А, големы. Големы — это не гиганты. Они просто лицом похожи. В котором чайки гнезда свили. Да, это игры бы, да немножко сюжета, да поконкретнее вселенную сделать. Нет, концовка та же самая, я уже по тексту вижу. То есть Алдия всего лишь давал тебе возможность не садиться на трон, получается, все. Если Алдию не убивать, видимо, выбора не будет. А, нет, подождите-ка. Как это? А, и в прошлый раз же должен был быть выбор, нет? Нет, по-моему, я всегда сажался на трон. Не знаю, напишите, короче, дает ли убийство Алдии хоть что-то новое. По-моему, вот только что появилась возможность уйти отсюда, а не садиться. По-моему, вот так. Ну и что тут, король сидит на куске камня, холодном, блядь, в закрытом, блядь, гнезде, в песке по колено. И чего этот трон дает? Посмотрите на это убожество. Какое говно. Нахуй так жить? Это ж просто дерьмо какое-то. И чем ты будешь править отсюда? Я не понимаю. Это ловушка какая-то, видимо, или что? В первой части хотя бы принести в жертву свою душу и зажечь костер с собой, чтобы мир продолжил существование. В этом хотя бы какой-то смысл был. Здесь ничего такого нету. Как мне видится. Шикарно. Шикарнейший конец. С равным успехом, может быть, просто написать. Молодец, красавчик. Вот и сделай. Ну и титры. И после титров, я думаю, конечно же, ни хренашеньки нового тоже не будет. Что ж, на этом сюжетка Dark Souls заканчивается. Ой, какая неожиданность. Так что, да, я думал, что еще серии 2-3 у меня есть. Однако нет, смотрите-ка. Так что что-нибудь нажмите, что-нибудь напишите. И адьё, амигос.